С помощью очистки Зои мы сняли вот такую, можно сказать, фотографию. Вот, и некоторые предметы нам здесь не нравятся, мы хотим их удалить. Мы заходим в функцию «Изменить», «Ретуширование», «Удаление объектов». Выполняется обработочка. Вот нам телефон предложил убрать автомобиль, пешехода и велосипедиста. Нажимаем «Готово». Получаем вот такую прекрасную фотографию, без лишних объектов.